это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Как вообще чувствуете себя после того поражения в зомби? Как вообще? Отошли нормально? Могу повторить. Сейчас я напомню, как это было. Итак, Ну-ка. Смотри, внимательно. Маслат, смотри. Быстро. Маслат, смотри. Опа. Смотри. Вот и пожалуйста. Вот и все. Изи. Вот вам и пожалуйста. Вот и все, вот и все. 3HTB фиксирует, как зяблы пропускают старого чумара. Ладно, не буду девок смущать, а то сейчас возбудят совсем. Да. Сосать они сейчас все будут у меня. Почему ты так мало пукаешь сегодня? Господи, что за брат? А что я должен много пукать, что ли? Я вообще решетка 3 фиксируй. Да, фиксирую, да. Обязательно фиксирую. Это, чувак, то, что вчера было, то я пизды дал. Он же это зафиксировал? Надеюсь, чмо. Или нет? Это было зафиксировано? Было? Или было тут? Или у него только фиксируется там, где я проигрываю? А? Ну то было зафиксировано, пасик? Еще раз повторяю. А, было, да? Ну тогда ладно. Тогда я его помилую. Он должен фиксировать только самое лучшее. А самое лучшее, это когда я доминирую. А, хотя, в принципе, я так везде во всем доминирую. Поэтому фиксировать нужно все. Опа. Ты же говорил, что он сломан. Ага. Я тебя нашутил. Опа. Сука ёбаная! Сын говна! И шаг, сука. Дедушка, я отходил, тебя уже попустили или еще 0-0? 0-0, блядь! Прикинь, я просто перезаходил! Дися хвалится другому, мол, жена называет его не иначе, как мачо. В это время на балкон выходит Роленко и кричит: иди домой, чмо. Опа-на, привет, ну и чё ты сделал? Блядь, ой. Блядь. Вы чё думаете, волки сильнее меня, что ли? Фокус. До свидания. Чё? Я сам себя убил, не считается. Не считается, понял? Сейчас будет бимба. Подожди. А женщина, которая живет без парня, она не живет, а существует. Просто еще не осознал этого. Но ничего, сейчас все будет. Сейчас все будет, да. Этот раз будет жесткий. Здесь пощады вообще не будет. Если тот раз я еще как-то вам пощаду произвел, то в этом разу даже и не думайте об этом. Тут будет лютая кара школьного тела. Вот такая. Чел убирает от того, что пуля пробивает. Концепция, сука, конспирология какая-то, блядь. Конспирология. Ты хоть знаешь понятие этого слова, дебина? Да. Чё это?
это я. Ты кто, блядь? Конспиролог или конспиролог? Я хочу пиццу, все. Боже, у школьника уздечка лопнула. Что делать с ним? Да похуй на него. Выманил женщину. Ну чё? Ну, последний. Дед, а как ты борешься с волосами и не говоришь, что не борешься? Я же фотки твои видел. Скоро будешь как Нагиев, только чмары попуск. Тихо. Девка. Однажды я пришел выпить кофе в кафетерий. Заказала американо. Мне принесли кофе. Соса! Официантка спрашивает: вам в чай с фоткой снимай на камеру. Изично. Просто легчайшее. Запомни этот легендарный поток и тот, что был вчера. И вырежи это и на свой канал. На главной странице оставь. Я победитель по жизни и победитель батлранге. Все. Что это, сука, за децл даже? Я скажу, что, Валера, ты молодец. Единственное достижение в жизни — это выиграть с женскими настройками. Да.